Всем, кто с Барбос, сегодня мы будем снимать видео про Brawl Stars. Давайте под этим роликом поставьте лайк и подпишитесь на канал. Моих подписчиков, если мы это наберем, я буду очень шикарно рад. Сегодня мы будем играть на Динамайке. Вот. Завтра выйдет видео, как я буду апать Шайли до 700 кубков. Мне, кстати, ребята, недавно выпало не Пенни, выпал Сэнди. Вот. Вот такое. Хорошее лего. Вот. Не хватает 2 гема, чтобы купить или скин какой-нибудь. Или, например, большой ящик. Кстати, ребята, напишите в комментариях, снимать мне следующее видео с вебкой или нет. Если не нравится, то я не буду снимать. Если нравится, то буду продолжать снимать с вебкой. Вот. И погнали играть. Буду играть. Одиночный, точнее, столкновение. Вот. Давайте. Кстати, ребят, ставьте лайки, у кого шальные, на 500 кубков. Так. Так, к этому ящику, наверное, не буду подходить особо. Ну вот я Биби. Так она дико. Сейчас тебе капец будет. Или мне надо. Она мне отдала ящик. Нормально. Так не получается у меня отсюда выпрыгивать. Конечно. Так. Где все? Попал по Шейли. Я улетаю, это опасно, ребята. Санта Майк уже минус. Минута пассивку Шейли улетает. Если я грамотно использую. Эх, топ-3, ладно, тоже неплохо. Так, 6. 125. Нормально, ребята. Погнали. Играйте дальше. Хоть бы выпал 2 гема. Вот. Было бы очень круто. Так, ждем, когда загрузится. Нужно занимать хотя бы топ-1 уже. Да, с питом это не получится. Я еще ошибку, ребята, сделал. Почти. Это ошибка-то была. Но меня чуть не убили. Ладно, хоть что-то плюс. То, что не убили еще. Это было бы очень плохо. Так, бит до сих пор здесь, что ли? Найс, еще. Ролл. Они затимились, блин. Тимеры просто тупо зажимают, блин. Возьму, ребят, наверное, лучше Мортиса, за него как-то можно хотя бы убегать от тиммеров всяких. Боксе будет тяжело, конечно, бывать, но... Ролл, типа, можно набить, если грамотно все сделать. Я хотел ударить и проскочить. Окей. Давай, иди сюда. Не попал. Так.
Нормально. Очень хорошо. Что еще сказать? Минус один из кубков. Нормально. Капец, ребята, это полный капец. Помню, чтобы уж не так сильно убивать. Погнали сыграем за Тика. За Тика, Бурболь, это тащит тему. Макс, Тара, Бия. И Биби. И Биби, и Бия я путаю. Сюда. Как мог выбить? Ну все, это гол. Гол. Все, нормально. Еще баррель стоит. Зачем? Ладно. Может быть шансов, может быть еще две, кто знает. Короче, ребята, это капец, это нереально поднимать кубки просто. Минус 15 кубков. Капец. И, ребята, кто не пишет классный комментарий, то попадет в следующее видео. Что за пальчик сыграем? Ребята, кто увидел, что за чемпионат мира по Brawl Stars, напишите. Может ли бы участвовать или только кто-то один? Ну, некоторые. Как-то убиваем. Так. Где у нас тут соперники наши? Был. Было можно грохнуть, типа. Роза где-то. Роза, ребята, где-то сидит уже. Так. Здесь Роза там. Вчера, ребята, в этом ролике будет пасхалка. Напишите момент и тоже попадет в следующее видео. Тайм-код. На каком времени попалась пасхалка вам? Промазу, ребята. Подлагивает. Давно у меня так никогда не подлагивал. Фу, как сейчас вообще. Капец какой-то. Это в этих кусах никого нет, что ли? Серьезно? Да ладно, кто-то уже был. Так, хорошо. Ладно, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, наша цель 10 подписчиков, я буду очень рад. Всем удачи и всем пока.